все, санка наша, наша санка. Даже никого не будет. Ну да. Что думаешь, я выпендриваюсь? Ну, кстати, может быть и будет. Респ какой-то слишком топовый, обычно говно какое-то дают. Ну, вот сам санаторий — это лучшее, что сделали в Таркове. Думаешь, да? Да. У меня типы бегут, по-моему. По саду, либо это бот. Это типы. У меня типы есть. ЖБ. Двойка. Поиграешь их? Еще челс на векторе, на иголках, возможно. Тебе помогает или ты сам пока? Сам. Еще бежит один. Я стартую к тебе. Давай. Убил уже? Не, ну вот так. Инфа есть какая-то по ним? Он как будто вообще убежал куда-то. Короче, у меня два сольника остались. Слышишь? Ага, дай звук. Один к тебе мог убежать, был какой-то звук корявый. Да, один ко мне убежал. Один у меня на улице, около еще, подсобки дозвук, этой, дозвук. Короче. Окей. Блин, прицел, конечно, вообще дресня, мужики, полная. У меня в 301-й чел. Не надо. Не надо, АПшек, спасибо. Меня хватает. У меня чел просто куда-то в торец убежал, пойду искать его. Слышу. Убегает пацан. Пойду с крыши убивать его. На медведей побежал куда-то. Mm-hmm. А нет. Почему звук такой корявый был? Где-то на углу сидит. Блин, с 226 попробовать спрыгнуть на него может. Как будь, так будь, дать, Максим.
сектора. Угу. Ну, вот этот чепухан внутрь зашел. В подсобку эту, уличную. Могу подтянуться, сейчас поработаем где-нибудь вместе. Я сейчас сам попробую его убить. Ты открой дверь эту. Ты прикалываешься? Он убежал, я не понял. А, внутри все-таки. What the fuck? И он там гасится. Убил. А, я даже в него попал, я префнул сюда в угол и попал в него. Вот он что за забегать, забегал-то, блин. Ну, у меня прям... Один точно, прям фулочку, он забрали был. В бронике, в смысле. Последние два хз, такие. Да какой имба это говно, а не прицел, чат, в рофлите. Имба, говорит. Ну, векторщик такой был. Бля, у меня рюкзак остался. Хотя эти, наверное, с рюкзаками. Он что-то убежал на второй этаж, что-то кипишил. Думал, как ты меня разбайтит, и он взял, убежал потом просто. Догружаюсь. А, нифига у него броня модная у этого типа. Чё там, слик? Нет, это... Этого класса с этих... Не с отступников, а... С гунов, короче. Моднёвая броня. Ты где еще сейчас находишься? Зига у себя. Могу, в принципе, к луту второго приступать потихоньку. И на выход пойдем. Я просто пытаюсь понять, вдруг у меня еще чел. То я на улице был, мог кто-нибудь прийти. Так, ну я погнал с ним рюкзаком. И лутаю пацанов. Хотя у этого пацана рюкзак нормальный. Не-не. Сэнди, это недавно добавили, буквально сегодня. Типа Тарков. Это якобы 18+ игра, короче. Блин, чего у них так, у всех такие рюкзаки-то большие? Что за звук я сейчас слышал? Ты по траве сейчас бегал? Нет, нет, нет. Я у себя. Глухой такой прыжок был, понял, как по земле. Очень-очень далеко где-то как будто. А, да, ко мне челы бегут. Убил одного. Двое?
Нет, одного видел только. Походу один был. Нифига, это я его так услышал где-то в жопе мира. Чел с вертолета забежал, он, видимо, там где-то в лесу прыгнул. Я эту фигню услышал. Что он так поздно зашел ко мне. Ты бежишь? Нет, чуть-чуть. Нет, нет, нет. Ну или у себя бегал сейчас. Ну, мини-шифт сделал. Ну, наверное, дайте его. В подвале. В подвале. Ну, ты сейчас шифтишь. Да. Ну да, слышь. Тебе на камне идти, типа, разлутывать этих бомжей. Давай. Пошел за рюкзаком своим. Ну вот, Максончик, я же говорил, народ будет. Не, ну базар ноль. Чуйка, чуйка не подвела. А тебе забрало какое нужно? Побитое или фуловое? Я уже сдал. А, окей. Все сдал. Что я типу тут вшатал, по-моему, забрал, а вообще нормально сейчас так. Давай по перетяге к себе стартану. Давай стартуй, у меня фри. Я пошел за своим рюкзаком, он у меня там на чердаке валяется. Проник в твой корпус. В охраняемый периметр. Угу. А, думаю, кто до 2.6 лутал, это же я прыгал с нее. Че за херня, думаю. Кого тут надо схавать? Там чел, короче, с верта бежал. Между пожаркой и мейном лежит. Можешь его хавануть? Это ты чё? Не знаю. АЕшка взорвалась под корпусом. Да, возможно, подружка, знаешь, этого типа имеется. У первого, которого на вертолете убил. Судя по всему. Окей, я с третьего побегаю, посмотрю. Почему в лабу не ходишь? Не знаю, не нравится. Ну, гаврик. Вот прикинь, я бы сейчас побежал его лутать. Прикину. А где примерно взорвалось, ты не понял? Прямо под... ну, короче, под внешкой железной, только с другой стороны. Там, где зига, короче, под зигой, считай. Угу. Че, ты его не видишь с третьего? Неа. Эпик. Ну, такой. Сюжет там прикольный, геймплей очень-очень нудный, скучный. Ну, мы пройдем эту игру. Дождяра еще это льет. Блин, я пойду на крышу залезу со второго. Это ты? Да. Не стреляй, Максим, пожалуйста. Не убей. Смотри, он с ботами на гэсе стреляется. Может, это он кинул КЕ и ушел? Каков чанс? Блин, ну дефолтные самые опасные кусты вроде фри. А дерево легендарное. Я туда сразу смотрю. Ты чё, по тебе? Да, с той крыши. Ух ты, сука. С той крыши. Понял. Тебе прям фул хреново, да? Ну, будет он тебя прижал. Да. Я сейчас, запушу его корпус, короче. Давай. Как будет, так будет. А он близко или далеко был, ты не видел? Блин, непонятно, думаю. Ты бежишь, да, на что-то? Угу. Хаешки мне хочет накидывать. Я вижу, тоже, он близко стоит. Окей.
Могу встать, в принципе, потрейдиться. Не-не-не. Не стану, тебя убьет. Ботов убивает, что ли? Нет, он меня убил через, я не понимаю, через что. Через прострел. Через ящик и через металлическую трубу. Чё за хрень, блядь? Я без рюкзака был, он меня не мог видеть никак. Что он делает нахрен? Какие у него патроны? У него еще и калаш, если это его друг. Бил вроде, не знаю, не-не. Как же это было хорошо. Да, вроде неплохо было. От бедра хорошо зарегало обоим прям. Все, пацаны, этот прицел новая мета получается. Ник, помнишь, кто тебя убил? Да, Алузи какой-то там. Закул, вот он, закул. Да, да, я все понял уже. Ну смотри, сколько народу, и фуловые типы вроде в смысле. Где пропадал? Я два дня твои стримы каждый вечер ждал. В смысле, где пропадал? Стримил. Я уже без выходных, но неделю точно стримлю. Этого нету. Не, бейсбола, не зашивалки.
А ты типа лежал, и он тебя прострелил, да? Ну я лежал и за коробкой, и за металлической трубой. И он мне просто с двух прострелов сразу в меня начал попадать. То есть типа тык-тык-тык и все. Угу. Шелка будет хотя бы. Че так, где я рюкзак там свой выбросил, вы не помните? Да я помню, что лежат. Я где-то тут его выбросил, по-моему. Не в кустах. Втором на винте. Или на зиге. А, все вижу. Это у Максона, да, рюкзак? Хилимся, хилимся, живем. Максона раскидаем быстренько.
Хотя его на крыше там, да блин, что ты тупишь? Никто и лутать не будет, наверное. Чат, а сколько я киллов сделал уже? Лодочка, калаш твой, да, был? Да. Твой вектор. Нахер не был, оказывается. Я переживал, что на иголках, из-за этого прям опасался пушить его. Этого типа. Да сюда никто не зайдет, я думаю, в эти комнаты никто не заходит. Четвертый класс, говнемка какая-то, можно его даже не лутать. У меня все равно места нет. Давайте поскипаем, значит. Вот этого бы, конечно, покушать как-то и забрало бы его забрать на самом-то деле. Ой, потрошки-то у него прям хорошие. Тут тоже какой-то бомж, короче. На БПшках, правда. Можно и на выход теперь, чатик, пойти. На маячок. Двигло сейчас дорогое вроде. Хрен его знает на самом деле. Вроде что-то стоит.
Блин, там этот гоблин еще стоит. Саня, привет. Не нервничай, самое главное. Но даже стамина не регенится, а почему так тяжело, я понять не могу. Ублюдок, мать твою, а ну иди сюда, говно собачье. Что, третий снайпер? Я разве не убил его? Я ж убил обоих, нет? Не, забрал это тяжелое, фиг с ним. А почему это у меня не страховано? Броня. Я забыл застраховать, что ли? Или это не моя уже? А где моя? Куда я свою выкину? Блин, как же тяжело. А, в кусты. Это все-все-все вспомнил. Да, у подсобки челика убивал, которого у него. Да, пора таблетки деду пить. Ничего не помнит уже. Блин, мульчик сейчас бы не помешал, конечно. Я его выложил, думал, уже аирдропов нету, ничего тяжелого не будет. Можно забрало, конечно, не брать, но, блин, оно фуловое, у него запас хп, оно 90, починишь, 90 хп будет. Его надолго еще хватит. Ну все, чат, так и запишем новый метаприцел. Новый метаприцел Холосан с лазером. Собираешься в нем ходить? А чё нет, я ж до этого в нем бегал. Нормально. А чё б не ходить? Шестой класс, нормальная броня. Да, медленная немножко, но... В целом пойдет. Тяжело. Сейчас он подорожал по бартеру очень раньше. Это кто, броник-то? А чё он подорожал вдруг? Да просто конец вайпа, все бегают, все бабки сливают, вот и подорожал, наверное. Как он никому не нужен был никогда, эта броня. Блин, уже красный таймер, капец, затянулась катка, конечно. Абсолют, здорово, здорово. Я просто не рассчитывал, что столько типов будет. Я уже привык, что ФК-рейды везде. Тем более на санатории. EP located.
Ну, рейдик солидный получился. Шестерых. Нет, три снайпера было, я же говорю, чат. Я же убил двоих, я видел, как они упали. Реально третий снайпер заспавнился, или их было трое, офигеть. Пойду с тапалкой сейчас жахаться. 100 лет такого не видел. Да, рейдик в целом нормальный получился. Тебе долго раскидываться? Нет, сейчас скину только и все.